Приветствую, друзья, еще раз. Прежде чем начнем, давайте, как обычно, потасуем колоду, чтобы уважить ее, отдать дань уважения к ней. И немножечко потасовав, начнем наш фокус. Что ж, для этого фокуса вся колода мне не потребуется. Мне нужно всего лишь 16 карт. И я возьму произвольно эти 16 карт из моей колоды. Допустим, возьму отсюда 4 карты. Так. К примеру, возьму... Так, отсюда возьму вот эти карты, допустим. Так, ну давайте вот эти тоже возьмем. И давайте вот откуда-нибудь. Давайте вот отсюда вот еще возьмем. Вот эти 4. То есть всего у меня 16 карт. И я вот таким вот способом их раскладываю на стол. Вот таким способом раскладываю на стол. Теперь, зритель, ваша задача собрать эти карты в одну стопочку. Собрать их в одну стопочку, используя кувырки. То есть, сейчас я вот переверну, допустим, вот эти вот карточки. Вот. Теперь ваша задача, используя кувырки, собрать эту колоду вместе. В одну стопку. То есть, как... Карты должны двигаться. К примеру, если вы хотите переместить карту по вертикали или по горизонтали, она обязательно должна вот так вот кувыркнуться. То есть, допустим, сюда захотели переместить, кувыркнули ее сюда. Эти две собрались переместить сюда, значит, эти две кувыркнули. Собрались эти две переместить, значит, кувыркнули сюда их. Понятно, да? То есть, таким вот способом. Если же вы хотите переместить карты по диагонали, то карта просто переносится. Да? Понятно. То есть сюда перемещаем, обязательно кувыркаем стопку. Сюда перемещаем по горизонтали, обязательно кувыркаем стопку. По диагонали просто переносим и вот так вот захватываем то, что нам нужно. То есть вы можете сделать, допустим, с этой частью колоды то же самое. Потом с этой частью колоды то же самое. Но, а эти две части колоды должны потом друг к дружке прийти, тоже используя, то есть вот переходя по всем этим местам, где когда-то были карты. Ну, давайте я вам сейчас покажу, а вы все это увидите. Ну, к примеру, я пошел вот так кувырок, сюда по диагонали, сюда кувырок, сюда кувырок, сюда по диагонали, сюда кувырок, сюда кувырок, сюда кувырок, сюда по диагонали. К примеру, я остановился здесь. Теперь давайте я, допустим, пойду вот сюда вот этой картой, вот сюда этими картами, вот сюда вот, кувырок, 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 кувырок. Все карты у меня собрались вместе, как я и говорил. Щелкнем пальчиками и все карты у меня лежат лицом вверх, кроме четырех. Кроме четырех карт. И это у меня тузы. Вот такой вот прикольненький фокус. Давайте теперь рассмотрим, как его выполнять. Но прежде чем мы начнем изучение этого фокуса, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Для этого прямо сейчас кликните по иконочке, на которой изображено судно, и поднимайтесь ко мне на судно. Ну что ж, теперь мы переходим к обучению этому трюку. Ну что ж, друзья, давайте приступим, значит, к изучению нашего фокуса, который называется кувырки. Чем хорош фокус, то это то, что он срабатывает автоматически. То есть там не нужно ничего вообще делать, это
просто за счет кувырков тузы сами перевернутся как нужно. Но для того, чтобы это произошло, нам нужно их особенным образом достать сейчас из колоды. То есть, опять же, повторюсь, подойдет колода в 36 карт, потому что нужно всего лишь 16 карт для этого фокуса. Итак, для начала мы ищем якобы 16 карт. Ну, не якобы, мы и правда ищем 16 карт. Мы сначала ищем наших тузов. Вот смотрите, я пролистываю, нахожу первого туза, да? Вот, видите, у меня попалось так, что один туз уже здесь еще лежит, я его уберу. Вы сейчас поймете, почему. То есть пролистываю, вот у меня попадается первый туз. Эти четыре карты я беру так, чтобы туз был четвертый снизу. То есть вот я их нашел, говорю, эти четыре карты я беру. Туз снизу, четвертый. Следующий я ищу туза. Вот я его нахожу, я его беру так, чтобы туз был третьим. Но видите, сейчас не получится так, чтобы туз был третьим, потому что здесь тоже тузы лежат. Давайте я их сейчас вот туда вот запихаю в разные стороны. Вот. Теперь я беру эти три карты, четыре карты, чтобы туз был третьим. То есть я беру вот эти четыре. Видите, туз у меня раз, два, три. Кладу сюда. Теперь я беру четыре карты так, чтобы туз был вторым. Вот эти беру, да? Туз второй. И теперь я беру четыре карты так, чтобы туз был первым. То есть я ищу нашего последнего туза. И беру четыре карты так, чтобы туз был первым. То есть вот так вот. И также эти четыре карты кладу сюда. Эти карты мне больше не нужны. Здесь у меня 16 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Можете сделать фальшивые тасовки, можете еще что-то сделать. Но главное, чтобы последовательность карт была такой. Первый туз. Дальше здесь второй туз. Третий туз. И завершает четвертый. Теперь мы начинаем брать и выкладывать эти карты вот так вот на стол. Вот так вот на стол я их выложил, да? Так вот разложим получше, чтобы всем было видно. То есть за счет того, что я тузов положил таким образом, да, тузы лежат у меня вот так вот по диагонали. Это понятно, да? То есть они вот так вот именно и должны лежать. Далее. Для начала этого фокуса нам необходимо перевернуть 4 карты. Переворачиваем в обязательном порядке именно вот эти две. И именно вот эти две. Понятно, да? Так. Мы перевернули карты, теперь наша задача, значит, объяснить зрителю принцип этих кувырков. То есть, если карта перемещается по горизонтали, то есть, по вертикали или по горизонтали, да, то она обязательно должна кувыркнуться. Кувыркнуться, там так вот, потом сюда, допустим. То есть, все это вы зрителю рассказываете. Так. Если хотите, чтобы карта перемещалась по вертикали, да, то же самое, все эти карты кувыркаются. Если карта перемещается по диагонали, то она просто перемещается и последующие карты захватываются. Допустим, сюда могли пойти, сюда, потом опять сюда и так далее. То есть вот так вот, да? Можно все это пройти за раз, да, то есть взять и пойти, то есть сразу все эти карты пройти кувырками. Можно, допустим, этой пройти часть, потом все они друг к дружке придут, и все это сложится вместе в одну стопочку, и опять же все сработает. В общем, то есть вам главное вот это зрителю все объяснить, то есть чтобы он увлекся этим, покувыркал карты и в итоге так вот приятно удивился. Ну, к примеру, да, вот, допустим, я зритель, я начинаю, да, мне все объяснили, я пошел, вот сюда кувыркнул, сюда пошел. Ну, допустим, я вот здесь остановился. Теперь я хочу начать, к примеру, с этой карты, да. Сюда кувыркнул,
сюда кувыркнул, допустим, сюда кувыркнул, ну, допустим, этими картами сюда кувыркнул. Ну, допустим, теперь я хочу вот пойти с этой карты. Сюда кувырок, сюда кувырок, сюда кувырок, сюда кувырок. И, к примеру, сюда перескочил по диагонали. Теперь осталось две карты, да? То есть они у меня кувыркаются раз, допустим, два, три и четыре. Все они кувыркнулись и собрались в одну стопку. Щелкнули пальчиками. Все карты лежат лицом вверх, кроме четырех. И эти карты тузы. Вот такой вот прикольный фокус. Он легкий, но он такой забавненький. То есть можно посидеть так со зрителем, поприкалываться. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Если ты до сих пор не на моем судне, то прямо сейчас кликай на иконку с изображением корабля и добро пожаловать ко мне на борт. В ближайшее время ты увидишь новые видео, ну а сейчас я с тобой прощаюсь и всего тебе наилучшего. Пока!